Здравствуйте, мои пользователи. Сегодня я расскажу о материнской плате Asus CyberTUS X58. Это платформа на 1366 сокете. Она у нас не самая новая, но я хочу собрать на базе этой вот материнской платы, поставить сюда Xeon 6-ядерный и пустить его под разгон. Хочу добиться примерно 4400 МГц. Плата мне обошлась $120. Память тут стоит не трехканальный комплект, тут стоит две планки, вот они. Это Corsair Vengeance 1866, а это Team Elite. Все они по 4 гига, но могут работать на частоте свыше 1800 МГц. Думаю, для разгона вполне хватит. Ну все, в принципе. Подписывайтесь на мое видео и в дальнейшем увидите, как я буду собирать платформу на 1366 сокете. Все, до свидания.